А давайте поговоримо про мирний план Китаю, який запропонував Сі Цзіньпін і влада Китаю. Ось, ну, хоча президент навіть на своїй прес-конференції сказав, що це далеко не виглядає мирним планом, це просто міркування Китаю. Що з цього мирного плану слідує? Чи варто чекати якихось все ж таки дипломатичних наслідків у його виконанні, хоча він нам абсолютно не підходить? І чи варто відтак на основі такого мирного плану умовно чекати, ну, все ж таки, того, чого боїться Сполучені Штати, що Китай може вписатися у військову допомогу Росії? Ну, Китай много чего может, только он не все это будет делать. Однозначно Китай не будет прямо вмешиваться в эту войну. Так как он прекрасно понимает, он уже, они просчитали, китайцы, они мудрые в этом смысле, живут долго, а чем дольше живешь, тем мудрее становишься. Они прекрасно уже просчитали, что Россия проиграла в этой войне. То, что будет разбита российская армия, они тоже прекрасно это понимают. У них большая проблема сейчас, как сделать так, чтобы падение этого колосса не вызвало какое-то трясение, потому что Китай рядом. И не забрызгало, и не полетели осколки этого колосса в глаза китайцам. Потому, я думаю, будут стелить соломку, а где, может быть, где-то еще китайские матрасы будут стелить, когда колосс Российской империи будет падать и разрушаться. Очень примечательно как раз в этом наборе из 12 пунктов, последний пункт, 12. И именно это очень сейчас не беспокоит, а именно на этот пункт рассчитывают китайцы. Это помощь в восстановлении Украины. Это значит, читать надо чуть по-китайски, это мы поможем, китайцы помогут Украине отстраивать за деньги Евросоюза, за деньги репарационные, помогут отстраивать Украину, это значит, хотят заработать. Прекрасно понимают, что десятки, сотни миллиардов долларов, а то и больше, может быть, триллиона, будет истрачено на восстановление Украины, и потому свой кусок этого пирога не хотят получить. Они обозначились это в 12-м пункте. Первые 11 никакого влияния, вернее, для них никакого не имеют значения абсолютно. А вот то, что китайцы точно не будут прямо помогать России, это еще раз из-за финансовых санкций, которые могут быть накладены и наложены, и Китай будет выброшен из финансовых и экономических отношений в мире, и китайцы потому не пойдут на поставки, прямые поставки. Они могут выполнить определенные косвенные поставки некоторых или через третьи страны, через своих дронов типа Северной Кореи, могут через Северную Корею перебросить снаряды 152-е, 120-е мины, либо через Беларусь, допустим, через крупноузловую сборку перебросить те же беспилотники, либо разведбеспилотники, либо ударные беспилотники. То есть вот это они могут сделать. И опять же, до тех пор, пока не настучат им по рукам, когда вот первые беспилотники будут сбиты, там будут найдены китайские детали, и будет какая-то цепочка по поставкам с Китая, будет предупреждение китайцам очень мощное, наложение санкций, допустим, на несколько китайских компаний, производителей дронов. После этого Китай успокоится. Прямых поставок точно нет. Ну, але прямі чи не прямі, все рівно пишуть, хто у нас пише, Шпігель писало, що Китай веде переговори зараз із Росією про постачання дронів, тобто навіть якщо це будуть не прямі, якось через інакші країни, ну, все рівно це ж може бути серйозна військова допомога, правильно? Ну, это будет несерьезная воинская помощь. Дело в том, что прямые поставки – это прямые поставки, когда они где-то прячутся, это совсем уже несерьезно. Это будут поставки, но, может быть, максимум для замазывания каких-то отношений с Россией, не более того. Хотя тогда, перед тем, как поднимается такого рода в информационном поле волна, она приводит к хорошим результатам. Вот смотрите, когда была поднята волна по поставкам, допустим, арашей, зальфагаров иранских баллистических ракет или тех же арашей, это беспилотники потяжелее, чем шахеды. Ну, и зальфагары, и фатехи 110 до сих пор не поставлены. Ни один борт. То есть вот что значит
волна, которая поднимает определенные информационные издания, а на эту волну, естественно, реагируют уже и политики, на эту волну реагируют определенные спецслужбы. Потому, я думаю, как раз поднятие волны уважаемыми изданиями создаст определенную преграду для принятия решений Китаем вообще даже на косвенные поставки. Потому нет у меня такой уверенности в том, что Китай вообще будет уже сейчас вмешиваться в эту войну однозначно поставками. Он может поиграть еще, допустим, поторговаться с теми же Соединенными Штатами или в геополитике, поторговаться самой возможностью таких поставок. То есть создали проблему, может даже сами слили, специально подслили информацию в разведсообщество для того, чтобы поднять волну, а потом поторговаться за какие-то коврижки. Может это быть прямые какие-то уступки по вопросам спорным, либо какие-то экономические преференции по каким-то финансовым или производственным делам.